Фишка, понимаешь, взрослые люди. А ты, во-первых, выбралась и на бухвате со своими длинными ногами. Могла покороче это что-то. Серьезные работники сидят в галстуках, все у них праздником выше и поют свое чумачи чувствуют. Тебе не стыдно? Вот первый вариант вообще на нас не смотрят, отворачиваются, стесняются. Зачем мы их пригласили? Настя, надо что-то делать, надо развлечать концерт, надо, чтобы все вместе начали хлопать. Люди серьезные, но отдыхать умеют, потому что умеют работать. Но хочешь, что они споют с нами чумачи через два? Давай, чумачи через два, давайте все вместе. Поем. Чумачи, чая, весна пришла и вышла. Нам с тобой стеша. Чумачи, чая, весна пришла. Ребята, подождите, не получилось.